наша основная цель была, это пропаганда здорового образа жизни для паралимпийцев, чтобы они вышли из дома для того, чтобы они могли участвовать на разных соревнованиях. Мы считали, что все-таки психологически еще общество не готово быть там вместе с нашими инвалидами. Мы смогли убедить, и в принципе никто даже не возмущался, чтобы до 6-го места паралимпийцы тоже получали выплаты. Они, конечно, в меньшей степени, но за 6-е место у нас паралимпиец получает 4 миллиона тенге. Паралимпийский спорт в Казахстане развивается своим путем. Собственно, в последнее время паралимпийцы радуют своими успехами. Из последних примеров это, конечно, выступление Давида Дегтярева. И теперь мы продолжаем серию интервью с известными личностями из мира спорта. Теперь у нас в гостях президент Национального паралимпийского комитета Кайрат Цветаевич Боранбаев. Здравствуйте, Кайрат Цветаевич. Добрый день. Ну, мы здесь часто, потому что у нас здесь свой есть дом. Дом – это Национального паралимпийского комитета. Где мы сейчас находимся? Где мы сейчас находимся? Этому зданию 3 года. Вот мы 3 года назад его открыли. Здесь у нас тренируются национальные сборные по разным видам спорта. Помимо этого, мы здесь развиваем новые виды спорта, которые нет в Казахстане, которые являются олимпийскими видами спорта. И у нас подписано ГЧП с городом, где мы даем право инвалидам города здесь проводить время и заниматься спортом. Как я понимаю, на бесплатной основе. Да, на бесплатной основе. Значит, мы внутри фонда Каспи, который является владельцем этого здания, как мы это все делали через спортивный фонд, мы смогли договориться и принять на работу паралимпийцев и спортсменов-инвалидов. То есть они же являются в то же время и работают в зале, и являются фитнес-тренерами. То есть они помогают людям, которые никогда спортом не занимались, инвалиды, помогают им проводить время в зале, в тренажерном зале, в игровом зале. Потому что у нас все снаряды, они сориентированы на паралимпийцев. То есть те, кто добились серьезных достижений в спорте, высших достижений, теперь работают уже здесь, которые уже не выступают на высоком уровне. Да. Ну, то есть вы даете возможность, скажем так, продолжить путь. И, если вы обратили внимание, у нас и в ресепшене работают все инвалиды. То есть у нас работают и фитнес-тренеры, у нас и в столовой работают. То есть мы даем возможность инвалидам, и это наша приоритетная задача, чтобы минимум 50% было работников именно инвалидов. И хотелось бы, чтобы мы обсудили, наверное, все вопросы касаемо развития вообще паралимпийского спорта. Вот в 1994 году впервые мы завоевали медаль серебряную. Любовь Воробьева тогда сумела удивить, собственно, мир, удивить, наверное, и Казахстан во многом, но потом 22 года без медали. Был огромный период, где у нас каких-то достижений не было. Вот что в этот момент происходило и почему так вот случилось? Не было внимания достаточного паралимпийскому спорту в Казахстане или какие причины еще есть? Вы знаете, мне тяжело судить, что было там. Ну, понятно, что вы прекрасно понимаете, что страна развивалась. Конечно, может быть, уделялось, может быть, меньше внимания. Но у нас немного другая проблема. То есть, когда мы пришли работать в паралимпийский комитет, основная цель была это вывести инвалидов из дома. К сожалению, у нас и те, кто имеет травмы по инвалидности, те, кто рождается с инвалидностью, они все-таки попадают в замкнутый круг. То есть они как бы стесняются этого, как бы не хотят выходить в общество и так далее, и так далее. То есть наша основная цель была это пропаганда здорового образа жизни для паралимпийцев, чтобы они вышли из дома для того, чтобы они могли участвовать на разных соревнованиях. У нас достаточно много проходит локальных соревнований внутри Казахстана, по многим видам спорта проходит. И самое главное, это мы хотели обратить внимание на массовость, чтобы люди вышли и просто стали заниматься. А уже дальше с них, если кто-то добивается каких-то результатов, уже могут участвовать и становиться членами национальной сборной Казахстана по видам спорта. Но поэтому вы в 2015 году стали руководить, а вот до этого, если вот этот период оценить. Честно, мы, когда изучали документы, мы смотрели, что выделялось достаточно средств государства. Были, конечно, проблемы по результатам. Мы должны признать, что у нас, к сожалению, выпали тренера, которые умеют работать с инвалидами. Виды спорта, которые, к сожалению, сложно культивировать. Но государство достаточно уделяло внимание на то, чтобы просто как спорт паралимпийский развивался. Мы просто этот вопрос заострили на более высоком уровне. обратили внимание на реальные проблемы, что нужно сделать, что нужно поменять по законам, как надо сделать так, чтобы паралимпиец чувствовал себя как обычный спортсмен, который является членом национальной команды. И я хочу сказать, что, вы знаете, когда мы ходили по этим вопросам, нигде мы не услышали отказа. То есть в госорганах, во всех госорганах мы нигде не увидели отказа, начиная от там, я не знаю, там каких-то комитетов, вплоть до принятия законов. И президент нас поддержал, и в парламенте, и Сенат, все комитеты нас полностью поддерживали. То есть нужно было запустить механизм, что именно нужно паралимпийцам. Мы провели очень много встреч и участвовали в... Для нас тоже это было знакомство с паралимпийским движением. Мы участвовали в ассамблее, международной ассамблее. И там познакомились с многими нашими коллегами, которые именно нам рассказали, как они развивали паралимпийские виды спорта и что для этого нужно было сделать. Что мы можем тогда отметить? То есть мы с какими проблемами столкнулись в Казахстане вот на первых порах? Что нужно было решить? На первых порах это определить статус спортсмена-паралимпийца. То есть как такого статуса в законе не было прописано. Он был прописан как спортсмен-паралимпиец, и все. То есть мы определили статус, кто он такой, как определяется статус паралимпийца, по каким заболеваниям и в каких видах спорта он может участвовать. Плюс мы это привязали к деятельности и к выплатам определенных выплат в сторону спортсмена-паралимпийца, то есть чтобы государство поддерживало финансы. Ну и, конечно, большая вторая проблема была – это инфраструктура. То есть у нас многие здания, которые были, они соответствуют стандартам еще Советского Союза, то есть они соответствуют стандартам нынешним, которые измененные, связаны с тем, что как паралимпийцы попадать в здания, как иметь какие тренажерные залы и так далее. И так далее. То есть... Кажется, да. Если у нас вот касаемо инфраструктуры, вы затронули вопрос, если с первым все более-менее понятно, то есть мы запустили этот процесс и сумели все распределить. Тогда касаемо центра паралимпийской подготовки, потому что, насколько известно, есть ли такие вообще центры в других городах, то есть в регионах в первую очередь, наверное? Я знаю, что в регионах строится, но в регионах немного по-другому делается. То есть, в принципе, строится зал, там, например, для игровых видов спорта, где предусматриваются обязательные поддоны и обязательные наклоны для того, чтобы паралимпийец тоже мог там тренироваться. В принципе, я хочу сказать, что пока у нас достаточно объектов, чтобы паралимпийцы могли заниматься. Мы проводим полноценные соревнования по разным видам спорта внутри чемпионата Казахстана, внутри Казахстана. Мы являемся, как паралимпийский комитет, мы не являемся организацией, ответственной за это, но совместно с Министерством культуры и спорта мы участвуем в этих региональных турнирах и отслеживаем исполнение именно тех правил, которые необходимы для того, чтобы спортсмены могли получать квалификацию для участия в международных турнирах. Вы знаете, я не знаю, если это как-то интересно, мы когда поехали на первую Олимпиаду в Рио, у нас была интересная ситуация с тем, что я собрал всех наших паралимпийцев, кто завоевали лицензии, и сказал, давайте сделаем так. У нас, к сожалению, не были объекты готовы для того, чтобы мы могли полноценно готовиться. И тогда мы смогли договориться с Международным паралимпийским комитетом Америки с тем, чтобы они наших спортсменов приняли на своей базе. И это было, конечно, такой и в первую очередь для наших спортсменов эмоциональный подъем, потому что они никогда не тренировались с какими-то другими коллегами, с другими спортсменами, и тем более на спортивных сооружениях, которые соответствовали всем стандартам для участия на паралимпийских играх. Но сейчас ведь такой проблемы нет, то есть сейчас, я как понимаю, база здесь. Да, сейчас этой проблемы нет, но в любом случае мы это используем, потому что спортсмены должны тренироваться за рубежом, иметь, знаете, опыт такой международных соревнований, поэтому это, в принципе, удобно для просто личного состояния. А ведь мы хотели и результат, да, безусловно, потому что 2016, о котором вы упоминали, Рио, Зульфия Габидульна, мы видели ее прекрасное выступление, золото, которое, наверное, во многом было такой сенсацией для Казахстана после долгого перерыва. Вы с массовостью, в первую очередь, связываете вот эти достижения наших спортсменов? Или... Я думаю, что нет, потому что у Зульфии до этого были хорошие результаты. Мне кажется, мы смогли дать толчок, потому что она до начала Олимпийских игр в Рио, она 3 месяца тренировалась именно с национальной сборной Америки. Она рассказывала интересный момент, когда она тренировалась в этом бассейне, к ней подошел Фелпс, как бы с ней познакомился, пожелал ей удачи. Она не знала, кто это, ей сказали, ну это Фелпс. Она говорит, как Фелпс? И она там, значит, была в таком небольшом шоке. И у них, главное, удивительно, они те спортсмены, которые тренируются в их бассейне национальной сборной Америки. У них многие есть из разных стран спортсмены, которые тренируются. Если кто-то завоевывает олимпийскую медаль, их фотографии туда вывешивают. То есть после того, как Зульфия завоевала золотую медаль в Рио, ее фотография там висела целый год. Год? Да, в этом центре подготовки национальной сборной Америки. То есть это у них такая своя традиция. Ну, что мы тогда смогли сделать? Мы смогли, чтобы 3 месяца все-таки было тяжело, и мы отправили вот всех наших спортсменов с их детьми, семьями, близкими, тренерами, чтобы, знаете, они себя чувствовали комфортно. То есть это была делегация очень такая большая, спортсменов может быть меньше, но мы понимали, что это нужно было сделать, чтобы спортсмены бы лучше подготовились к Рио. И это на самом деле дало хороший эффект. У нас там 2 медали, во-первых, Зульфия, и у нас серебро по пауэрлифтингу, да, поэтому считаю, что это были такие очень первые медали, тем более. И Зульфия до сих пор является капитаном нашей команды. И я думаю, эти успехи вдохновили новых. Нам нужны были герои. Нам нужны были герои, чтобы показать их и сказать, вот, в принципе, паралимпиец, он может быть обществу полезен. Чтобы даже не обязательно ему быть там большим спортсменом. Достаточно, чтобы он просто вышел и пришел заниматься, или, по крайней мере, проводить время там вокруг вот именно каких-то спортивных мероприятиях и так далее, и так далее. Вам нужно было сформировать имидж, то есть какие-то проблемы сейчас у казахстанского общества, проблемы, да, с восприятием? Да, скорее всего, видимо, они есть. Конечно, Казахстан это все преодолевает, как и все остальные препятствия, но этого требуется время. Поэтому мы считали, что все-таки психологически еще общество не готово быть там вместе с нашими инвалидами. Вот сейчас есть этот прогресс за 6 лет? Конечно, есть. Конечно, есть. У нас про нас много говорят. Про наших олимпийцев много говорят, они своим примером показывают, что ты можешь быть полезным, можешь быть успешным. И, конечно, они являются теми героями, которые призывают к тому, чтобы заниматься спортом. Не обязательно, я вот все время повторяюсь, не обязательно заниматься спортом высших достижений. По крайней мере, чтобы они могли приходить и быть в обществе, внутри этого общества. Вы знаете, у нас здесь в паралимпийском центре вечерами, когда у нас не проходят никакие сборы, ничего, очень много собирается инвалидов. Как-нибудь вечером вы сегодня посмотрите, а это стало у нас местом таким протяжением всех инвалидов. Они просто собираются, беседуют, пьют чай, играют на гитаре. Удивительно. Смотрят вместе какие-то матчи, фильмы смотрят. То есть это стало таким местом протяжения. И мы этому очень рады. В том числе спортсмены, олимпийцы. Да, мы иногда разделяем. То есть если у нас есть сборы национальной сборной, мы договариваемся, что и сокращаем время как бы посещения. А так, когда никаких сборов нет, пожалуйста, это открытое пространство для инвалидов. Ну, мы, даже вы упомянули до этого о финансовом стимуле, вот, который существует, потому что это интересно. Вот на примере того же Давида Дегтярева мы видели, что уравняли, то есть, да, призовые для олимпийских. Это мы уравняли после Рио. После Рио мы вышли с этим предложением, и то, что я говорю, и не только с этим предложением, у нас было очень много предложений по изменению законодательных актов, по изменению, связанных с тем, чтобы определять уровень спортсменов. У нас на сегодняшний день до шестого места спортсмен-паралимпиец получает денежное вознаграждение от государства. То есть 1, 2, 3 – это известные суммы, мы их приравняли к олимпийцам. И также до 6-го места мы смогли убедить, и в принципе никто даже не возмущался, чтобы до 6-го места паралимпийцы тоже получали выплаты. Они, конечно, в меньшей степени, но за 6-е место у нас паралимпиец получает 4 миллиона тенге. Это, в принципе, довольно-таки хорошо. Да, вполне. Да, да. Это тоже как бы стимулирует их, потому что мы считаем, что они в любом случае 6-е место для нас – это тоже хороший результат. Вот сейчас мы были в Токио, у нас парень, которые единственный, который участвовал, а их двое было в легкой атлетике, у нас девочка была, она бегунья, и мальчик метание ядра. Ну, вы знаете, этот вид спорта нам пришлось развивать, потому что как такого чемпионата же нету. Да. И мы договорились по Олимпийским комитетам России, наш парень там участвовал и получил лицензию. Но все тренировки, все проходил там. То есть он тренировался с лучшими. Кстати, олимпийский чемпион стал россиянин. И когда они вышли в финал, их в финал вышло всего 6 человек. Они там друг друга очень сильно поддерживали. И, знаете, мы считаем, что вот даже такой вид спорта, заняв 6-е место, для нас это победа. Если он в Казахстане не развивался. Конечно. И его и не было в Казахстане до этого, да. Сейчас тогда? Сейчас мы надеемся, что от того, что многие увидят, то есть наша цель – создать инвалиду несколько видов спорта, чтобы он мог их выбрать. То есть не каждый может, например, там, участвовать в каком-то виде спорта, чтобы у него был выбор. Если раньше этого выбора не было, было только плавание и пауэрлифтинг, сейчас мы поехали на Токио, мы представили 14 видов спорта. То есть по 14 видам спорта Казахстан был представлен на Олимпиаде в Токио. Это большой скачок вперед. И как результат, там золото, 3 серебра и бронза. Да. Во-первых, у нас в медальном зачете мы серьезно поднялись, да, если сравнивать с предыдущими годами. Но если мы говорили уже о Рио, вы упоминали о том, что 3 месяца, сборы и тому подобное. Вот сейчас, через 4 года, у нас был какой-то в этом отношении прогресс. Под прогрессом я имею в виду, что можем ли мы сейчас, находясь в Казахстане, создать вот такую сборную, которая без прохождения учебно-тренировочных сборов где-то вовне, в других странах, будет готова к Олимпиаде. И если касается инфраструктуры, да, мы можем спокойно тренироваться в Казахстане, у нас все для этого есть. Есть площадки, где может спортсменам готовиться, но вы же прекрасно понимаете, что спортсменам нужны турниры и международные выезды, чтобы они могли со спортсменами других стран как бы, ну, быть соревновательным, да, в соревновательном таком вот состоянии. То, что касается по подготовке, ну, у нас, мне кажется, все сложно в этом плане. Честно говоря, мы не видим проблем. У нас очень хорошая волейбольная команда. То есть, если по видам спорта разбивать. Мы сейчас были, когда в Рио, мы культивируем, до Рио мы культивируем новых 6 видов спорта. Это боча, это волейбол сидя, это голбол, у нас есть хоккей, флеш-хоккей. У нас есть, мы стараемся сделать, ну, пока есть у нас вопросы. Немножко, вы знаете, немножко ситуация другая. Мы должны понимать, что то есть, как сказать, у нас нету столько инвалидов, чтобы их задействовать в профессиональный спорт. Вот, я не знаю, если как-то правильно вам это объяснил. И это самая главная проблема. Не то, что проблема, ну, слушайте, мы не за то, что были инвалиды. Мы против. Они не идут в спорт, да, скорее. Не то, что не идут. Мы для проведения какого-то там чемпионата Казахстана, мы видим, что да, мы можем. У нас есть спортсмены, которые участвуют в нескольких видах. Да. В нескольких видах по разным видам спорта инвалида. Но отбор осуществляется за счет результата. То есть, если есть результат, то спортсмен сам завоевывает лицензию, едет и уже считается членом национальной сборной, который уже дальше попадает к нам, и дальше мы его ведем. Мы ему помогаем со сборами, помогаем с турнирами, договариваемся по участию в разных международных турнирах, получению лицензии и так далее. То есть, цель параспортсмена – это завоевание лицензии на чемпионаты мира и паралимпийские игры. Нет проблем с тренерами? То есть, вот. Они тоже проходят обучение. Они тоже проходят обучение. У нас хорошая коллаборация с Международным Олимпийским комитетом России. Мы с ними в очень хорошем контакте по разным видам спорта. Вместе мы культивируем. Сейчас мы с ними договорились и поставили цели, чтобы у нас команда по флеш-хоккею уже попала на следующую зимнюю Олимпиаду. Тогда что касаемо вообще Международного паралимпийского комитета, как эти программы реализуются в Казахстане? Ну или есть вообще связь? Конечно, есть. Они очень много программ, но много программ и по подготовке тренеров, и по подготовке спортсменов, и по квалификации. Это очень важный момент. Это когда определяется судья, который квалифицирован для того, чтобы судить спортсменов-паралимпийцев по разным видам спорта. Эти программы все есть, мы в постоянном контакте и постоянно работаем. И вот давайте, наверное, касаемо тогда уже массового спорта, если мы говорим о тренерах, инфраструктуре в целом, нужно и важно, наверное, отметить то, что происходит особенно в других областях. Ну, вот эта подпитка, она как она следует из регионов, наверное, столетия. Я вот как-то постарался вам объяснить, что, знаете, инвалидов там... Чем меньше у нас инвалидов, тем лучше для нас. Если даже у нас будет меньше инвалидов участвовать на соревнованиях, это лучше. То есть это значит, что у нас здоровое общество. Ну, понятно, бывают случаи, когда несчастные случаи, как вот Александр Калядин, несчастные случаи, тот же Зульфию и так далее. У кого-то есть родовые несчастные случаи. В любом случае, мы, конечно, хотим, чтобы эти люди, они не оставались дома, а приходили к нам. И вот это наша основная цель, вот из этих вот масс выбрать тех спортсменов, которые могут идти дальше. И тогда уже давайте к зимней Олимпиаде. Да. Буквально на носу, да, у нас Паралимпиада. Какие задачи, цели и ожидания, наверное? Вы знаете, мы всегда, с того момента, как я здесь работаю, у нас цель всегда одна. Это завоевать как можно больше лицензий нашим спортсменам. Дальше на Олимпиаде мы им не ставим никакие там медальные зачеты, у нас этого нет. Мы им, конечно, вы знаете, попав на Олимпиаду, их мотивировать не надо. Вообще этих спортсменов вообще не надо мотивировать. Они до того сами замотивированы, что результат приходит от именно их вот именно такого внутреннего состояния. Потому что это люди, которые сверхчеловеки, они имеют уникальную возможность в какой-то момент просто собраться и дать хороший результат. А так у нас нет таких фаворитов, что вот там мы знали примерные результаты Калядина. Мы не думали, что он будет олимпийским чемпионом. И вот это вот именно, когда ты выходишь на последний старт и отдаешь себя самого полностью вот этой победе, этой цели, это и есть их вот эти всех человеческие усилия, которые воплощаются в какой-то итоговый результат и победу на Олимпийских играх. То есть у вас даже нет ожиданий вот от кого сейчас? Конечно, потому что каждый из них совершенно другой. Есть вопросы психологии, есть вопросы подготовки, есть вопросы тех же протезов, понимаете, и так далее, и так далее. То есть много-много-много это все зависит и складывается, поэтому наше самое главное, к чему мы их мотивируем, к тому, чтобы они завоевали лицензию для участия на Олимпиаде. А уже там, на Олимпиаде, уже здесь все, что, ну, как сказать, все готово для того, чтобы здесь он сам себя проявил. Вы только что говорили о вот, сенсации Калядина, вы не ожидали от него, но а как? Ну, во-первых, у него были результаты там приемлемые как чемпиону России, понимаете? Мы примером понимали, что он там может выиграть, но то, что он выиграет золотую медаль, ну, я не знаю, если вы с ним беседовали, у нас же с ним была удивительная история, перед этим мы их всех отправили в Германию. В Германию готовится к Пекчонгу. И у него была ситуация, когда он не хотел менять свой протез, у него был старый протез. А в Германии ему предложили новый протез, и он не хотел его менять. И главный тренер, значит, его убеждал, никак не убедил. По итогу он мне позвонил, говорит, что делать, он не хочет себе протез менять. Ну, я решил с ним позвонить, мы с ним беседовали, говорю, Саша, я говорю, вот смотри, ты, говорю, выиграешь Олимпиаду? Он говорит, ну, участвовать точно, говорит, буду. Я говорю, знаешь, что может случиться, что если что-то случится на Олимпиаде, у тебя хоть, говорю, протез останется. Ну, что ты, говорю, оставь, он говорит, советаешь, мне неудобно, потому что я боюсь этого протеза, это новый протез. То есть он давал возможность фиксации, если ты падаешь вниз. То есть он фиксировал его ногу. Старый протез, он так не работал, он просто проскальзывал. Ну, в общем, мы его убедили, он поменял этот протез, и на самом деле протез ему немного помог. Когда там в лыжных гонках, если вы посмотрите, как он выигрывал, когда на подъем вверх, он все время был там последний-предпоследний. Вот это вот его спасало. Когда он вышел на прямую, он вспомнил, говорит, все свои невзгоды, все свои вот проблемы, что у него было. Закрыл глаза, говорит, и двумя руками так работал, что он думал, что у меня сердце впереди меня. И вот такие моменты и дают результат. Понимаете, никто не знал, что он выиграет. Но вот они, я вот еще раз повторюсь, они какие-то люди немного другие, они сверхчеловеческие, у них способности. И эти способности проявляются именно в тот момент, когда это надо. С Дегтяревым у нас была другая ситуация. Мы знали, сколько он может выжимать. Он уже был рекордсменом, у него был рекорд 222 килограмма. А он выиграл Олимпиаду, по-моему, с результатом 186. То есть огромный был запас, ну, в принципе. Но его готовили к этой победе 4 года, 5 лет готовили, потому что Олимпиада не состоялась в 2020 году. И мы очень рады за него. Это какая-то особенность, они очень скромные. Я как знаю, очень Давид там отказался от квартиры, которую мы там предложили. Вот, я не знаю, они такие ребята очень скромные, и они себя не считают героями. Но по ним видно, что они максималисты. То есть они вот именно спортсмены, максималисты и достигают максимального результата. Что касаемо Пекина, вы говорили до этого о сборах в Германии, который прошел Александр Калядин. До этого в Рио, в США. Что-то еще здесь? У нас сейчас идет полная подготовка согласно плану мероприятий. У нас, что хорошо, мы смогли подписать госзадание. Государство с нами подписало новый закон по госзаданию. Мы закладываем госзадание, поэтому в этом, на вот эти подготовительные периоды у нас нет никаких проблем по финансированию. Вот, в пользу случая, на самом деле, хотелось поблагодарить всех ответственных, в первую очередь президента, который подписал этот закон, поблагодарить правительство и министерство профильное. Все идут навстречу, и мы, согласно госзаданию, полностью получаем финансирование, поэтому проблем с тем, где тренироваться и куда ехать, у нас с этим, тем более с оборудованием, со снаряжением, никаких проблем нет. То есть у нас идет полная подготовка. Мы в этом году тоже получили много лицензий. Это впервые у нас будет участвовать уже там, по-моему, на 15 спортсменов больше, чем в Пекчон. И еще идут сейчас лицензионные турниры, это, что мы еще до получим лицензии. То есть у нас сформировалась такая хорошая команда. А дальше уже проедем в Пекин, там уже будем понимать, что происходит. Тем более есть проблемы, связанные с ковидом. Есть проблемы, связанные с тем, что будут какие-то ограничения. Поэтому будем надеяться, что все хорошо будет. Как эти проблемы преодолеваются? Потому что вот и в Токио, в особенности, по-моему, мы и с олимпийцами много беседовали по этому поводу. Были проблемы с подготовкой вообще, с поиском залов, иногда открытых каких-то бассейнов, водоемов и тому подобное. Как преодолевала это паралимпийское? Ну, мы понимаем, что это касается не только нас, это, в принципе, у всех стран. Поэтому спортсмены знают, они, ну, спортсмены, на самом деле, много как-то быстро, как-то они, если даже заболевают, они как-то быстро проходят этот адаптационный период. И, конечно, есть эти проблемы, но на сегодняшний день мы знаем, что у нас все вопросы, связанные с подготовкой, решены. У нас, да, есть какие-то, отменяются турниры, вот в чем проблема, отменяются какие-то соревнования, связаны с лицензированием, но по подготовке никаких проблем у нас нет. Те результаты, которые у нас есть, мы считаем, что они завоеваны всей страной. И наши и спортсмены так говорят, всегда это чувствуется. Чувствуется поддержка болельщиков, когда мы находимся на Олимпиаде. Мы знаем, что вся страна смотрит по телевизору, все болеют, переживают. Мы очень много получили сообщений, комментариев, телеграмм после победы в Токио. Хотел бы пользу всех поблагодарить за это и понимать, что у нас паралимпийский спорт развивается вот довольно-таки в правильном направлении. То есть мы четко знаем, куда мы идем, что мы делаем и как мы развиваемся. Поэтому всем большое спасибо нашим профильным министерствам, нашим партнерам, нашим спонсорам. Вот у нас есть очень хорошие спонсоры, это компания Toyota, которая нам предоставляет бесплатно автобусы для инвалидов. Народный банк Казахстана на все время поддерживает олимпийцев, поэтому всем большое, огромное спасибо. И мы считаем, что мы все вместе делаем одно большое дело на благо Казахстана. При таком внимании наши паралимпийцы не ощущают какого-то дополнительного давления? Вы говорите о скромности до этого. Вы знаете, вот каждый по-разному. Каждый спортсмен по-разному. Ну, они чувствуют, конечно, ответственность. Понимают это, конечно, что... Но в то же время они понимают, что за ними огромная страна Казахстан. Есть у них большая мотивация к этому, и они четко понимают, что им вот эта ответственность, я не думаю, что у них сильно как-то давит. Это мои ощущения. От олимпийцев, условно, боксеров ждали, наверное, огромных достижений. А золото Казахстану принес пауэрлифтер, которого восприняли как, наверное, такую самую большого героя казахстанского. Об этом говорили буквально все. И парень даже при таком, казалось бы, огромном внимании к его персоне остается мега скромным. То есть и Зульфия Габидульна, я не видел ни одного. Даже если сравнить Зульфию и Давида, они совершенно разные. Угу. Зульфия, она вообще считается нашим таким талисманом, она все время на позитиве, все время всем поднимает настроение, и паралимпийцы ее сами избрали капитаном. Она каждого, значит, подбадривает, подсказывает, такая, знаете, вот Давид, да, он, может, немного отличается, у него все эмоции внутри себя, но все эти эмоции очень, знаете, такие положительные, поэтому никаких в этом проблем нет. А то, что произошло на Олимпиаде с нашей основной командой, я, честно говоря, как вот обычный функционер могу сказать, что это нормальное явление, это не говорит о том, что у нас спорт провалился, нет. Угу. Это говорит о том, что просто нам надо понимать, что мы, у нас, я не думаю, что из-за этого у нас там бокс или борьба стала хуже. Нет, у нас все для этого есть, просто на это требуется время, и все, поэтому ничего такого нет. Посмотрите, было хорошее выступление наших борцов после Олимпиады, на чемпионате мира, на Кубке мира. То же самое боксеров и так далее, и так далее. Поэтому, да, бывают спады, бывают и у олимпийских чемпионов, ничего страшного. Просто надо верить в страну, а и верить именно в спортсменов. И самое главное, принимать решения, то есть находить новые решения, угу. Идти дальше. Надеемся, что это подъем? Конечно, подъем. Для нас? Конечно, конечно. Да. Я, честно говоря, вообще за это не переживаю. Я уверен, что у нас еще будут олимпийские чемпионы и в зимних видах спорта, и в летних видах спорта. Поэтому мы, вот, я просто знаю, что происходит и как развиваются наши... виды спорта, вот те, которые мы там традиционно всегда сильные. Поэтому, честно говоря, я не переживаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Желаем вам удачи и олимпийской, и паралимпийской сборной. Спасибо большое за ваше внимание. Паралимпийцам, к нам. Спасибо большое.